многих-многих лет назад, который прославился особенно исполнением известной песни «Наташка Первоклашка». А сейчас это очень солидный человек. Приглашенный солист российских и зарубежных оперных театров, лауреат международных конкурсов. Он возглавляет фонд поддержки имени Петра Ильича Чайковского и зовут его Дмитрий Галихин. И нынешний солист хора Сева Алхнов вместе со старшей группой хора исполнит неаполитанскую народную песню «Санта Лючия».